Так, ну что, где у нас все первые подписчики? Всем привет! Свободные 10, а может быть даже 15 минуток, и поэтому можно поболтать. Опа. Ну чего? Сердечки, это хорошо. Давайте ваши вопросы, а то мне скучно. Так, здорово, здорово, здорово. Накрашены ли ногти? Это ответ. Привет из Москвы. Спасибо. Завтра едем в Москву. У нас пару встреч, а потом поедем к Мише Кокляеву в пригород к нему, где он сейчас живет. Готовили к отпуску? Нет, еще ничего не собирали. Вообще. Точно, я заехать в аптеку, ёкарный бабай. Ладно, заеду после тренировки. Привет, Сургута. Когда без денег жизнь не очень. Да, но ситуацию всегда можно изменить. Как себя чувствую? Нормально. Вопрос. Что кушать хочу, только рельефные маленькие мышцы. Что кушать? Адекватное количество белка необходимо вашему организму. Утром и днем углеводы желательно сложные. И, собственно, все будет хорошо. Так, поедем ли когда-нибудь в Волгоград? Пути Господни неисповедимы. Может быть, поедем? Почему нет? Так, привет из Уирова. Не знаю такой город, но спасибо и вам тоже. Так что завтра, если кто-то вдруг нас захочет увидеть, нас можно будет увидеть около метро, по-моему, Смолинская. Там у нас центр пластической хирургии, будем там. Так, Саня, руки качать, пампы или веса? Да и то, и другое. Никогда не должно быть однобокой системы. Организм очень быстро привыкает ко всему. Так, кого игнорирую? Я не всегда читаю, не успеваю читать вопросы. Как на Амстердам? Красивый, скучный, европейский, маленький город. Собственно, как-то вот так вот. Мы не жалеем, что мы туда поехали, но вряд ли мы поедем туда куда-нибудь еще. Ты что с твоими глазами? Ты че? Ничего, а чего? Девочка. Ну, а кто сказал, что только девочки красят глаза? Так, что хотели в аптеке купить? Ну, мы же едем в тропическую страну. Антибиотики двух видов. Одни для общего, другие кишечные. Фильтром янтарную кислоту, витамин С, боралгин. Короче, целую кучу разных вещей, которые надо покупать. Крема для солнца и прочее, 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 прочее. Вот. Так что вот так вот. Ты глаза красишь. Губы, как у бабы. Ну, не как у бабы, а как у девушки. Надо все-таки хотя бы женщину уважать. Вот, глаза не крашит, татуировка. Так, дайте, пожалуйста, совет. Давайте, постараюсь. Саша, ты немного похудел. Почему немного? Даже много. Со 122 до 111. Лето же. Да так и легче. Я не люблю постоянно есть. А сейчас фрукты. Черничка, клубничка, земляничка. Шикарно. Я белка почти даже не ем. А как относишься к предтреникам? Никак. Не люблю я их. Если вам нужно создать настроение, взбудоражьте себя сами. Все предтреники только мотор перерабатывают. Как ты живешь? Я шикарно живу. Вот еду в свой любимый Доминикан отдыхать с любимой женой. А как вы живете? Поделитесь с нами. Будет интересно. Блин, интересно, чьи-то зеленые сердечки? Их много-много-много. Завидной регулярностью бегут. Так, еще розовые побежали. Розовые круто тоже. Так, кто я? Забейте в ютубе, кто я, и увидите, что это вы. Вариантов много. Ой, смотрю, много подписчиков новых. Что это такое? Такой же вопрос задал Арнольд Шварценеггер хищнику. Помните, да? Что это и такое? Ну что, мальчики и девочки, если у вас нету сильно много вопросов, я побегу дальше. У меня целая куча еще что поделать. Как минимум, можно сделать второй обед. Так. На вопрос, гей или я, есть видео в ютубе. Вы там сможете его посмотреть. Как в кино сходили? В кино сходили шикарно. Кстати, что мы там смотрели? Что-то мы там смотрели. Ну, короче, я не помню, что мы смотрели, но, по-моему, было все хорошо. Обрыв каждые 2 секунды? Да ладно, не может такого быть. У меня показывает 4G. А у вас меньше? Чем 4G. Этим летом планируете тайские каникулы? Ну, мы однозначно с супругой планируем поездку в Таиланд. Будем там в конце декабря. Вот. И проведем там несколько недель точно. А следующая поездка после Доминикана у нас планируется только в Мюнхен на Октоберфест. Мы будем освещать Октоберфест, покажем вам, что там такое, заодно и сами посмотрим.
Так, не думали, что я тут бываю? Я тут постоянно. Ну, как минимум пару раз в неделю точно. Что со мной? Со мной все шикарно, вы себе не поверите. Тем более вопрос такой не очень конкретный. Как такое существо живет на свете? Вы себе не представляете, какие живут существа на океанском дне. Тоже живут. Меня не закрыли, не меня открыли, даже не закрывали. Почему на диете, а вес плюсуется вверх? Но это может быть как гормональный фон, это может быть работа надпочечников, то есть недостаточно кортизола, задержка воды, это может быть работа щитовидки, вариантов целое много, а если вы не следите за солью, то тем более. Хорошо ли глютамин? В умеренных количествах глютамин хорошо, а вот БЦАшки лучше еще. Как убрать пузо? Как минимум научиться его втягивать и не вываливать его вперед, ну а дальше двигаться. Так, какая погода, когда, наверное, погода будет хорошая? Вот в Доминикане она всегда хорошая, а так я завтра уже буду там, послезавтра, то, в общем, меня не сильно парит питерская погода. Так, что с губами? У афроамериканцев у всех такие губы, так что привыкайте. На вопрос гели я честно отвечаю, я даже не знаю, кто вы, люди. Так, привет, Вики, гетто, привет. Так, на вопрос гели, я уже говорю, есть видео на ютубе, там все будет нарисовано. Следующее. Хотите, чтобы были ответы на вопросы, научите их задавать культурно. Не умеете нормально общаться, идите в стойло, там есть те, кто вас поймут. Так, вопросы с Мироновым. Интересно получилось видео. Да, интересно получилось видео, сразу зашел в популярные, 500 000 просмотров за 2 недели, это шикарно. Так, у меня коричневые сердца, прости. За что прости? Коричневые сердца такие же приятные, как и розовые. Главное же внимание. В Питере меня ни разу не видел, а меня трудно увидеть. Я, как правило, на работе, либо дома, ну, либо в каком-нибудь хорошем ресторане. Так, у кого-то психика сломалась, это шикарно. Так что я клакнусовая бумажка. Возможно, у вас потом придет какое-нибудь озарение. Саня, какой твой любимый цвет? У меня черный, а у меня розовый. Так, было интересно послушать. Так я еще не вышел. У меня еще, знаете, сколько есть времени? 8 минут. Так. Повторяю, для особо одаренных мальчиков и девочек задавайте вопросы корректно, то есть без мата. Получится задавать их без мата, получится услышать мои ответы. Так, Саша, вопросы про фарму нельзя задавать? Почему? Задавать можно, но ответа на них не будет, потому что образ консультанта по фарме меня что-то как-то не очень сильно впечатляет. Так, синтол нынче дорогой, наверное. Не знаю, но синтол вроде как всегда был дорогой. Если с установлены почем, задайте в интернете этот вопрос. Там есть целая куча сайтов, которые вам их продадут. Как появилась идея тату на глазах? Джек Воробей, «Пираты Карибского моря». По-моему, шикарный фильм. Сколько стоят мои тренировки в месяц? От 20 тысяч. Так, нужно ли принимать так называемые тестобустеры? Тестобустеры влияют очень индивидуально, не каждый из них подходит, у них есть свои определенные побочные действия, не самые, конечно, ужасные, но они есть. Так, в общем, надо смотреть, что и как. Так, ты меня игноришь? Нет, ребят, когда отвечаю на вопрос один, я не читаю другие вопросы. Спортивная добавка для улучшения качества бананы. Саня, как лучше? Так, Саня и Мася, где она? Маська дорабатывает последний день, соответственно, куча работы перед выпуском, что нужно сделать, собственно, вот так вот. Так, ты помогаешь худеть? Я помогаю создавать фигуру. Помогает худеть, кто помогает худеть? Мониторное очищение кишечника помогает худеть. Так, Саш, на глазах этот татуаж? Да, причем такой, уже наполовину выжженный. Придется еще раз его дожигать. После Доминикана еще он где-то поблекнет, и уже будем где-то в сентябре-октябре доделать его на чистую. Не боится, что у Маси проснется материнский инстинкт, и она захочет ребенка. Материнский инстинкт заложен в каждой женщине и, наверное, даже в большинстве мужчин. Собственно, это заложено природой. Но есть осознанные инстинкты, есть неосознанные. Если вы живете осознанно, сразу ваша жизнь становится все более разложена и понятна. Ну а дальше надо, соответственно, жить своими желаниями. Кем работаю? Тренером. Кто по нации? Не знаю, честно. Так, какой твой любимый фильм? Наверное, «Матрица» и «Звездные войны». Как бросить курить? Лучше не начинать. Но если начали курить, то надо посмотреть, какие вам это несет плюсы и какие несет минусы. И почаще это делать. А еще желательно, чтобы это записать на листочке. Привет из Владивостока, спасибо. И вам тоже. У вас губы накачанные? Я не знаю, губы нельзя накачать. Такие красивые от природы. Так.
австралопитек в перископе. О, прикольно, здесь у нас антропологи есть. Так, расскажи про бывшую жену из Доминиканы. Ух ты, какие у вас хорошие есть данные. Наверное, вы смотрели все-таки мое интервью на ютубе, да? Прошлое, оно остается в прошлом. Так, один раз ходил на безуглеводке, теперь не могу скинуть, хотя углеводы срезал до 1000.